Стали известны победители и призеры 18-го всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов. Он проходил в Хасавюрте в институте имени Саидбега Даитова. Участие в нем принимали более 300 студентов. Они соревновались по 3 номинациям: правильное совершение намаза, чтение наизусть священного Корана и знание наук ислама. Итоги подвела комиссия из 30 членов жюри. В номинации «Намаз» победителями стали Саид Магомедов и Ахмед Салихов, студенты из Шамильского и Ботлихского районов. Им вручили по $2000. В номинации по Корану первое место занял Турпал-Али Садыков из Чеченской республики. Он получил ключи автомобиля «Лада-Веста». Ну а главный приз – автомобиль «Фольксваген Поло» достался Рашиду Магомаеву, студенту из селения Асаб Шамильского района. Он стал победителем в номинации «Науки ислама». Все призеры также получили крупные денежные вознаграждения. Студентов поздравили представители власти и общественности. Ежегодным спонсором конкурса выступает торговый дом «Кирги». Мероприятие там, где изучает Коран, где учит Коран, где следует Корану, оно не может быть плохим. И люди, которые именно занимаются этим, они должны быть самыми лучшими, справедливыми людьми, порядочными, людьми с благим нравом и богобоязненными.